Боже славы, Отче Вседержителю Боже Саваоф, и же древом живота посреди рая сущего прообразилось животворный крест единородного Сына Твоего, и вместо дара прислушания Его же вкусом вселукавой змеи праотцы наша, и с ними весь род человеческий из рая изгна, и в смерть привлече. Знамение онного живоначального, живоносного креста. На нем же возлюбленный Твой Сын пригвожден был умре, и смертью смерть умертви, и всю силу дьяволю упразни, и жизнь миру ведрова, церкви своей оружие непобедимое, освящение же и покров державен, и вере утверждение, и от всех дьявольских козней избавление, и крепкое спасение, упование, и жизни получение, непостыдную надежду даровал еси. Тем же мы, раби Твои, таликие благодати Твои я, даром ту не сподобшися, благодар несуще, славу и благодарение, и смиренное поклонение приносим Твоему Величеству и молимся умильно, якода милостивно призреши на знамение сие крестное, ежевернее раби Твои от усердия и твердой веры и любви, я же к Тебе сооружиша в знамение победы Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, свободы же и избавления нашего. Не спасли на не небесное Твое благословение, и благослови, и освяти е, и исполни силы, и благословение онного древа на нем же пригвождено бы из пресвятое тело Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Твоего. Им же силы дьяволе попрася, и земни свободу получихом, и жизни сподобихомся. Ей молим Тя, Владыка Пресвятый, святых ради страстей и святые крови излияния и животворные смерти единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, юже советом Тебе, Бога Отца безначального и Пресвятаго Твоего Духа, волею спасения нашего ради на древе крестном претерпе и теме древа крестное, еже иногда некогда согрешившим и злотворившим казнь бяше, ныне благословение свято, животворящее, живодательно же
и избавление согрешающим быть и сотвори. Еже в мольбу Ти приносим, посли ныне благодать Пресвятаго Твоего Духа на знамение сие крестное, и благослови, и освяти е. И дажди ему быть и знаменем страшным и крепким на вся враги видимые и невидимые, прогнание же и отражение всех козней, наветов же и прилогов дьявольских, людям же твоим да будет покров державен, вере утверждение, надежде подкрепление, во бронях победа и во всех добродетелях приспение. И всем пред сим знаменем тебе кланяющимся и мольбы приносящим милостивен послушатель и всех, я же ко спасению прошение богатый податель буди. Яко же крестом мир от греховного осуждения освободил еси, сице рабом твои, все знамения тебе от души верно приносящих, силою креста твоего возлюбленного сына, всегда победителями быть и греха яви. И вся земная и небесная твоя благая им даруй, и крестом всегда ко благому всех верных наставляя, к восприятию небесного венца приведи. Ты бы еси освящение источник и всех благих богатый подателю, и тебе славу воссылаем со единородным твоим сыном и с пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Молы ваши, Господи, ви преклоните. И крестное. Слава тебе, Бога Отца, и единородного твоего Сына, и соестественного твоего Духа, и воспоминания оные, бывшие преславные над дьяволом смерти же и ада победы, и нашего избавления, сооруженное Духом твоим Пресвятым, выкрапление воды сия священной, благослови и освяти. И излечи мне благословение Твое святое и силу, и уже окроплением крови и пригвождением тела возлюбленного Сына Твоего, оно преблагословенное древо стяжало есть, и тому подашь Твое же бытие верным людям Твоим в стену и покров, и в столб крепости от лица вражия, в отгнание же всякого зла сопротивного, и во исцеление душевных и телесных недугов, и во еже услышанном быть молитвам и молением всех верно пред всем знаменем творящих. Ты бо еси Бог милости и щедрот и человеколюбия, и тебе славу воссылаем с единородным твоим сыном и с пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно во веки веку. Освящается знамение сие крестное, Спасибо.
Дорожку освободите, дорожку. Кирилл, надо двигаться, владыка, джаз должен быть у него. Пойдемте на освещение. Окупался, покрапим тоже. Владыка, благословите кровь. Хор, пожалуйста, хор. Остальные все стоим. Хор. И Твое сохраняя крестом, Твоим житель смог. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достоя. Противные даруют, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достоя. Противные здоровья, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. На сопротивные дорога, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Твое сохраняя крестом Твоим Твое сохраняя Христом Твоим жительством.
которого строится этот храм. И 20 лет назад был основан этот приход. Рассказывать можно быстро, скоро, а дела делаются очень продолжительно. Вот, тем не менее, нам надо поблагодарить Бога, Пречистую Его Матерь и Святую Деву Марию Богородицу и праведного Иоанна Кронштадтского за то, что Господь сподобил нас быть свидетелями этого храмоздательства, быть участниками вот этих торжеств, быть участниками молитвы о строительстве, о завершении строительства храма Иоанна Кронштадтского в нашем городе. И за это уже мы должны быть Ему благодарны, что Он принимает наши молитвы, наше воздыхание, наши пожелания и своим всеблагим промыслом строит дело спасения нашего для жизни вечной, для Царства Небесного. Чего я вам всем и желаю. Спасибо. Иоанна Кронштадтского. Аминь. Мир вам, Боже, вам любовь. Спасибо. Спасибо, Господи. Иоанна, здравия.